всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Арк, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня у нас классная рубрика, какой из цепи выдержит это. Мы будем тестировать, насколько же выносливы и много у них жизни у этих классных монстров. Если опять угодно, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну, давай начнем тогда с этого, самого простого. Так, я тут. Нажимай. Кстати, смотрите, я не понимаю, тратится жизни, не тратится у меня. Все, ты меня увалил. Увалил, хорошо. А ну давайте обычный человек кто-то прыгнет, у кого 100 хп. Сколько за сколько? А, так ты, нифига, получается очень много жизней. Ну, по моим подсчетам, да, где-то 7 или 8 тысяч. Так, это немножко не то. Ой, выселился, забываю нажимать. Не нажимать я. Так, ну давай, давай, короче, следующую ловушку. Давай тогда вот эти вот штуковины. Погнал. Оно получается, что это вообще? Что происходит? Получается, оно даже не крутится. А ну давай. Ого. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, развлекаемся, придумываем какие-то классные рубрики и всегда их пилим. Просто пацаны трупейшами валяются. Давайте я попробую за курицу забежать туда. Все-таки, мне кажется, за курицу будет очень прикольно. Давайте тогда следующую ловушку. Молоток, не молоток. О, давайте вот эту сверлилку. Бешеная курица в действии. О, я могу прыгать высоко. А, ну давай я его заклюю, этого NPC-шку. Включай. Уехало. Момент. А сколько же у меня было жизни? Вообще, получается, писечка? Ну, вроде ой-ой-ой. Кстати, вот эта штука очень сильно дамажит, смотри. Тебе просто леща прописала этой кабакой. Давайте молоточек нам не запустим. Так, давайте еще разок вселимся в этого челепиздрикса. Давайте молот испытаем, пацаны. Так, у нас он тут есть... О, давай тогда на физгана молотком мне по башке дать. Видишь молоток на этой штуковине? Давай, лупаш меня. Во-во-во, что-то у тебя получается. А это где-то приблизительно вот здесь вот будет. Я готов. Давай, бей. Ой. Его не здесь, вот здесь. А, значит, надо мне сюда вставать. Все, встаю, встаю, встаю. А я не могу встать. А ты встань. Ого. Куда? Нифига себе, на V-английскую получается. Это что, от первого лица делать? Сейчас, сейчас, пацаны, я вот, я могу прыгать. Сейчас с разгону прыгну. Во, все, отлично, давай. Поднимай эту штуку. Моментальная смерть, просто. Ваншот. И все, просто убитейшн. Нифига себе, здесь классные, конечно, такие ловушки, не знаю, испытания. Ого, трупейшн там лежит. Давайте, что у нас тут еще есть? Эта комната мне интересная, да? О. Она тоже убивает меня. Во-во-во, вот что мне интересно. Так, надо немножко дальше отойти, и вот так вот. Во. А ну давай, электричество меня жахни. Ну-ну-ну, еще разок, давай-давай. Ой, хорошо. Кстати, оно мало, наверное, дамажит. Знаешь что, надо нам делать какой-то эталон. Надо, чтобы обычный челик вставал, а потом уже мы NPC. Чтобы хотя бы было сравнивать. У кого же все-таки побольше жизней. А ну, обычный челик кто-то хочет стать? И не очкануть. Крошка, крошка. Видите? Ничего себе, оно просто даже, как получается... Расщепляет? Аннигиляторная пушка, пацаны. Да. Так, пилы. Пилы это хорошо. Давай, лупашки меня. А нормально она может, пацаны, щекотит? Нет, не щекотит, да. Щекотит. Но я себе не убил. Да, они мощные, мужики. Давай еще раз крошку. Ой-ой-ой, распилила тебя. Кстати, аж пли этот... А, пилу клинит. Прикольно, мне нравится. Так, давай тут я нажму. А, я еще не могу нажимать на кнопку. Так, пошлите сюда. Мы идем в миксер идти. Классно сказал. Гениально. О, что за челик? Мы его сейчас убьем. А ну иди отсюда, щенок. Ну давай, крошка-крошка, лупани меня. Надо открыть крышку. А, открывай. Ой, вовремя я прыгнул. Ля-ля-ля-ля-ля! Я танцую! Это карусель.
А чё она меня не дамажит? Ого! А, поубила. Блин, мне просто повезло, да, что я чётко приземлился? Нифига себе миксер. Миксер мне нравится. Скорость, давай проверим, что это за домик такой. Это сжиматель. Так, давайте я поудаляю. И мы опять ставим стоп саунд. А давайте какого-то другого протестим. Вот этого монстра. Он очень прикольный и высокий. На В сделали от первого лица. Ну это же сильно. Я вот прям вижу, как будто я реальный монстр. Здоровенный. Так, что у нас тут еще есть? А, пацаны, поудаляйте, кто ставил этих челепиздриков. Z понажимайте все. Кто-то все-таки поставил челепи... О, красавчик. А что это за комната? Это комната, которая тебя расплющит, да? Да, надо на кнопку-то нажать сзади. Ага. Это получается комната самоубийств? Крошка, крошка, ты умрешь. Прощай. Нет. Да, 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 ты умрешь. А последнее твое желание. Ладно, ты не успел даже желание загадать. Хочу Крагсбургер. Я хочу крак. Нет, этого тебе нельзя делать. Пацаны, кто прыгнет в ту дырку черную? Давай, прощай. Какую? А он живой. Не, ну так нечестно. Я живой. Да я вижу тебя, ты там в этом, в самом внизу. Так, давайте режим полета посмотрим, включенный или нет. А, режим полета включенный. Пацаны, давайте вот это протестим. Погнали. Ой-ой-ой, что с тобой? Ой, что со мной? Вот это надамажит. Смотри, ого, это машина смерти просто. Убийца. Все, приехала. Давайте другого монстра затестим. Давайте вот этого вот монстра, маменького. О, челепиздрик. Очень прикольный. А, камера странно очень сделана. Давай, дави меня, я тебя не боюсь. Давай, кто на меня? Давай. Моментальная смерть, просто перемолола. Хотел паровоз остановить. Это самая такая интересная штуковина. О, сиреноголовый. Вот кого мы сейчас затестим. Здесь еще машина такая же есть. Так, 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 сейчас подождите, пацаны. Давайте я встану, чтобы разгончик был у машины. Давай, фигач. Ой, нифига, ничего себе, у него жизни много. Ты ничего мне... Да ты меня там щекотишь пяточки совсем. Убил. Да, значит... Ого, червяк, ну что ты? Так глупо. Пацаны, идемте дальше. Знаете, что у нас сейчас? Я вселюсь в какого-то челепиздрика прикольного. О, вот это мне нравится. Погнали. Антилопа гну. Мы идем к пушке стрелять всякой матнёй. Вот какой молот? Вот этот. О, точно! Я думаю, видишь? Проверю, знаешь ты ли? Молодец, знаешь. Но я не могу зайти туда. Возьмите меня физганом, кто-то поднимите туда. О, красава. Давай. Моментальная смерть, просто ни о чем. Я даже ничего не успел сделать. Красавчик. Мощная ловушка, очень. Давай. Так. Ого, его как плювачкой выплюнуло. Так, идемте все-таки к пушкам. Они очень крутые там есть. Идемте. Так, самое интересное в конце. Потому что пушки стреляют везде. А я смогу... О, давайте попробую, смогу я туда запрыгнуть или нет? Впереди, впереди залезать. Сейчас. Сзади не получится. Получится, получится. Нет? Ладно, давай спереди попробуем. Сзади я пытался, не получилось. Впереди. Физганом попробуйте меня засунуть. Короче, ты нажимай и стрелять, а я в дуло залезу. Я успею. Давай, жми. Я смогу. А, я думал, оно будет подниматься вверх. А, я кабан жирный. Поэтому оно не может поднять дуло. Эй. Нифига себе. Надо, значит, туда что-то зарядить. О, курица вот. Тоже, наверное, не влезет. Или физганом надо пробовать. Курица влезет. Давай катапульту попробуем. А, давай, только надо мне залезть в нее. Так ее надо опустить ничего. А как ее опустить? Так, сейчас я запрыгну, смотри. Курица в пушку залазит. О, отлично. Мгновенная смерть. Ты меня просто убил сразу моментально. Прощай, курица. Давай, курица. Курица живая. Живая, давайте все-таки попробуем стрельнуть холодильником в тот движ, который стоит там дальше.
Только ты не так заряжаешь холодильник. Во, вот так, да, надо. Курица трикошетит. Да вы, наверное, много что... А, там уже был выс... Ой, четко, пацаны! Красава! Давайте возьмем большого монстра, а вы по мне стрельните. Пацаны. Выстрел... Ой, четко попали. Холодильниками стреляйте. Так. Надеюсь, пацаны смогут меня убить. А вы мне так просто, знаете, как в футбол играем. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.